Дорогие друзья, всем огромный привет! Меня зовут Саша, и я рада видеть вас у меня на канале. Здесь я делюсь с вами буднями мамы в декрете, мотивирую себя и вас на уборку, красивый быт. Также всегда беру вас в путешествие по миру вместе с нами. Буду рада вашей подписке, оставайтесь вместе со мной. Ну а сегодня мы проведем этот день вместе с вами. Будет много интересного и полезного. Желаю вам приятного просмотра и хорошего настроения. Всем привет! Рада видеть вас у меня на канале. И сегодняшний влог я начинаю с распаковки. Делала такие основные закупки. Мне нужно организовать шкаф. Я сейчас вам покажу, что там творится. Также по мелочи сейчас буду объяснять, что и зачем брала. Взяла вот такой защитный колпак для микроволновки, потому что наш треснул. Я забыла его вытащить, когда что-то пекла. Я поставила разогреваться, и наш треснул, в общем. Я думаю, он идеально подойдет к нашей кухне. Следующее, что взяла, это вот такой вот подстаканник Софийки под всякие карандаши, маркеры. Хочу собрать все в одном месте, потому что сейчас у меня все валяется просто у нее в комоде. Также для того, чтобы организовать наши ручки, карандаши, линейки, какие-то ножницы, взяла органайзер. И для наших канцтоваров вот такую вот штучку взяла. Она вот на крутящейся такой основе находится. Мне кажется, будет очень интересно смотреться и удобно пользоваться, потому что у нас много всего можно разбить по категориям. Здесь вот разные ячейки. Очень удобно будет хранить. Также взяла штрипки. Я думаю, все, у кого есть дети, понимают, о чем я говорю. Нужно пришить пуговки, закрепить, и потом натягивается это все дело на ботинок, и штаны не поднимаются. Заказала сразу два набора. Два комплекта, точнее. Вот. Потому что нам они нужны, мы одну потеряли. Вот, в этот раз будем крепить более надежно. Потому что, не знаю, как у вас, но у меня Софийка при первой же прогулке потеряла одну вот эту вот резиновую штрипку. Так, давайте сразу с Софийкой. Также заказала вот такое вот платьишко ей в детский сад. Хотела найти что-то бюджетное, потому что в садике она ест сама. И сама ест она не очень аккуратно всегда, поэтому бюджетное платье искала именно для сада. Не хотела ни штаны, ни с кофты, ничего, потому что в сад я хочу, чтобы она ходила только в платье. Ну и дома, в принципе, она у меня ходит в основном в платьях. Тем более близится лето, сейчас на дворе весна, скоро растает снег. Я думаю, такие платья будут актуальны. Брала это платье за 380 рублей, считаю, отличная цена. Вот. Ну и качество довольно хорошее. Не то чтобы довольно хорошее, очень хорошее. Поэтому буду у этого производителя заказывать еще платье разной цветовой палитры. Вот. Очень довольна. Кстати, вся распаковка — это не реклама, это все куплено за мои деньги. И для того, чтобы организовать шкаф, который я вам чуть-чуть попозже покажу, я взяла контейнеры. Икеи нет, поэтому есть у нас маркетплейсы, на которых можно заказать такие вот контейнеры. Здесь они нам пригодятся. В общем, 6 контейнеров вот таких вот с ручками, я думаю, будет достаточно удобно. Вот. Сейчас пойдемте, я вам покажу, что мы с вами сейчас будем организовывать. Кстати, не показала. Всем забыла, у меня Софийка просто из пакета вытащила, я решила спрятать. Также взяла еще специальный органайзер для ниток, для шитья, в общем, такая вот коробочка. Взяла яркую розовую, мне нравится этот цвет. В общем, я думаю, в основном у всех, наверное, плюс-минус такие контейнеры. Вот такой вот контейнер здесь вот можно вот так вот вытащить. Сейчас переорганизуем с вами аптечку, там надо разобраться. Потому что я думаю, что Софийка уже наконец-таки выздоровела. Сад ходит, поэтому пора заняться организацией и разбором аптечки, швейных принадлежностей, канцелярии. Давайте я вам покажу. Прихожая у нас, конечно, бардак, но это не самое страшное. Так, давайте вот так отойду. Здесь у нас хранится пылесос, здесь что-то строительное, плюс вот просто уже навалено куча всего, но с этим не буду сегодня разбираться, нет времени. Нужно разобраться вот здесь. Здесь всякие документы, ну, неважные такие. Вот, что я и говорила, здесь Софийкины вот какие-то карандаши, наши карандаши.
тут какие-то зажигалки, свечи зажигают, лаки мои, потому что я сейчас не делаю гель-лак уже где-то полгода, мне безумно нравится, но я вот купила себе разных лаков набор, вот, и всякий уход. Также здесь, как видите, вот батарейки, какое-то мыло твердое, но мы таким не пользуемся. Не знаю, что буду делать, уберу куда-нибудь. Вот, здесь у нас этот аспиратор сломался, не знаю, пока оставлю, может, починим. Здесь вот все нитки, там же хранится вот эта вот лента мерная, аппарат для катышек, все не умещается, поэтому да, здесь же вот лежат еще Софийкины карандаши, ножницы, наша аптечка. В общем, мы сейчас с вами будем прибирать вот эти вот две полки, они очень нуждаются в расхламлении, потому что здесь черт ногу сломит, а это очень важные две полки, которые очень часто нам нужны, поэтому нужно их разобрать. Начинаю я разбор вещей с аптечки, и несмотря на то, что делаю ревизию я достаточно часто, последний раз я это делала где-то в августе или в сентябре 2023 года, в этот раз я выкинула, наверное, половину лекарственных препаратов из нашей аптечки, потому что сроки годности либо уже вышли, либо выйдут буквально через месяц. В сером пластиковом контейнере я храню все лекарства для Софии, здесь у нас запасы разных жаропонижающих и антигистаминных средств, также средства от кашля и все, что может пригодиться срочно, чтобы не бежать в аптеку среди ночи, в случае чего можно заглянуть сюда и, скорее всего, найдется все необходимое. Ну а в деревянном органайзере уже храню лекарства для нас и то, что не уместилось в Софийкину аптечку. Для нас я запасов никаких не делаю, но у нас всегда есть средства от жара и аллергии. Далее я решила организовать сразу все нитки и что касается шитья. Раньше у меня все хранилось в жестяной банке от печенья из магазина IKEA, но пользоваться, откровенно говоря, этим было очень неудобно, и я довольно долго думала, стоит ли тратиться и вообще покупать этот органайзер. И знаете, что хочу сказать? Вот когда все организовала, я не пожалела. В нем видно каждую вещь, и все в быстром доступе, нежели вот в этой жестяной маленькой баночке, так как там все было слоями уложено. Если тебе что-то надо достать снизу, ты обязательно доставал все сверху, это было крайне неудобно. Ну а здесь все наглядно, все, что захотел, взял, и не нужно трогать лишние вещи, тем самым экономится время. Следующая на очереди у меня всякие ручки, маркеры, карандаши, ножницы, также и Софийкины фломастеры и карандашики. Наши письменные принадлежности я просто рассортировала и переложила в контейнер, а вот Софийкины пришлось разобрать. Яркие высокие карандаши я просто переложила в контейнер, а вот с остальными пришлось повозиться, а часть даже пришлось выкинуть. После того, как я уже все убрала, я решила сразу прибрать все на место в шкаф, и на глазах буквально становится просто идеально, если сравнивать особенно с результатом, что было до. Согласны? Ну а здесь начинается самое нелюбимое дело, это разбор документов. Здесь счета за квартиру, чеки, квитанции, чего только тут не было. Ну а раз я уж решила связаться с этой полкой, то, конечно, нужно все довести до ума, поэтому я сейчас достаю органайзер. Сначала думала, что он мне пригодится, но при разборе оказалось, что нет.
Ну и в целом, если я берусь за какое-то дело, то всегда стараюсь сделать удобно на будущее. Все счета за квартиру складываю по месяцам и скрепляю между собой, чтобы дальше, если нужно будет что-то перепроверить, можно было легко сориентироваться и быстро найти необходимую бумагу. Убираю все по стопкам, ну а что-то убираю даже в папке для большего удобства и порядка. Давайте быстренько покажу результат, который получился у меня после. Я думаю, вы видели, сколько всего я выкинула из аптечки. Из нашей, из Софийкиной. Здесь аптечка быстрого доступа, это Софийкина. Здесь у нас документы, все перебрала, разобрала. Собрала все Софийкины канцелярские принадлежности наши. Теперь очень удобно всем будет пользоваться. Все по категориям, карандаши отдельно, маркеры отдельно, ножницы. В общем, удобно. Так, далее разобрала здесь все, что валялось, убрала всякие батарейки непонятные. Здесь у меня получилось два контейнера. Здесь пряжа, один моточек, я все никак не доберусь связать Софийки плед. Здесь все для маникюра. Так, и вы видели, я думаю, что я все собрала для шитья. Вот, и машинка не влезла, к сожалению, поэтому лежит вот так вот рядышком. С этой коробкой не знаю, что делать, пока оставила, потому что она металлическая, думаю, пригодится в хозяйстве, в плане, может, Паша там под инструменты, под какие-то болтики, не знаю. В общем, пока оставила. Результатом очень довольна, надеюсь, что теперь порядок будет сохраняться, ну, хотя бы пару месяцев, потому что это прям горячая точка, у нас тут всегда постоянно куча всего лежит. Иду с целым пакетом мусора и коробкой в садик за Софийкой. Огромный пакетище собрала. Сейчас выкину и побегу забирать ее. А еще как? Вот так. Вот так. А еще как? Вот так. Вот так. А еще как? Вот так. Отца. Забрала Софию, идем домой. Ей на весенний праздник подарили подарочек, да? Кто тебе подарил подарочек? Тетя. Тетя, конечно. Аня. Да. Аня. Показывай, что тебе подарили. Покажешь? Нет. Доставай. Нет. Вместе? Здесь я уже уложила Софийку на дневной сон, а сама решила сделать все запланированное на день. Сейчас как раз показываю вам тот самый защитный колпак от микроволновки, на нем видно трещину, ну и истрепался он знатно за время использования, поэтому я с радостью меняю его на этот новенький и красивый. Ну а далее перехожу к запланированному делу, перемещаюсь в детскую, разбираю первый выдвижной ящик комода Софийки. Здесь также никогда не бывает порядка, сколько бы я его ни наводила. Но я не теряю надежды и очень хочу найти хороший способ организации в нем, поэтому сейчас я в очередной раз пытаюсь сделать какую-то ревизию, все перебрать и сложить более-менее удобно. Поэтому складываю все в органайзеры, отдельно складываю маркеры, карандаши и всякие развивашки. А сейчас перед вами стандартный вид нашего зала. Это называется «Мне было лень гладить и убирать вещи с сушки». Но иногда вся эта рутина настолько затягивает тебя, что не хочется ровным счетом делать ничего.
Отсюда и рождаются эти горы неубранных вещей, высохших уже неделю назад на сушилке, вещи, которые нужно было отгладить желательно пару недель назад. Ну, а что поделать? И хорошо на самом деле, что со временем я становлюсь спокойнее к такому беспорядку, ведь раньше я бы в лепешку расшибалась и убирала все ежедневно, лишь бы было идеально чисто. Сейчас же я делаю все исходя из своих сил и возможностей, лишь бы дожить до вечера в хорошем настроении и не срываться ни на ком из-за своей усталости от всех этих домашних дел, которые вечно растут и никогда не уменьшаются. Уж лучше быть в хорошем настроении, чем быть «хорошей», в кавычках, хозяйкой. Вот это самая гора вещей, что ждала меня без преувеличения больше месяца. Здесь комплекты постельного белья с нашей и Софийкиной кровать. Еще новогодние пижамы, которые я постирала еще в 20-х числах января. И много-много другого. Замечаю за собой перемены в отношении ведения быта. На беспорядок я закрываю глаза, и на эти горы тоже. Но понимаю, что во всем должна быть своя система, наверное. Вот я поленилась тогда погладить 2 недели назад. И в этот раз я стояла у гладильной доски пару часов с перерывами на другие дела. И это тоже не есть норма. Ведь легче погладить всего лишь минут 15-20, нежели вот так разом тратить много драгоценного времени. Если же подытожить мои рассуждения на тему бытовухи, я подумываю серьезно взяться за планирование домашних дел и приготовление пищи. Много кто об этом сейчас говорит, но я никогда не планировала бытовые моменты, а возможно, это поможет мне поддерживать порядок быстро и своевременно. Thank you.
поделитесь, может, у вас есть план ведения домашнего хозяйства, возможно, какое-то расписание дел по дням. Если да, то подскажите, помогает ли и облегчает этот план вам жизнь. Буду безумно благодарна вам за обратную связь. Ну а я наконец-таки закончила с глажкой белья. Сейчас самое важное — разнести все вещи по своим местам. Я убираю гладильную доску и корзину для белья на свое место. Далее сортирую все вещи по категориям, как они лежат у меня в шкафу, и уже уношу на места. Здесь я решила все-таки оставить кадры с масленичной недели. Мы пекли блинчики вместе с Софиечкой. Я так рада, что ей нравится принимать участие во всех приготовлениях. Она бежит с большим энтузиазмом помогать мне или смотреть, что делаю я. В этом нам помогает башня помощника, о покупке которой я ни разу не пожалела. Рецепт блинчиков, кстати, если кому нужен, я обязательно оставлю в описании к этому видео, так что заглядывайте. Вот так проходит мой день, когда я наполнена энергией и силами. Надеюсь, я смогла вас замотивировать на расхламление и уборку в вашем доме. Ну а на сегодня мое видео подходит к концу. Я благодарю вас за то, что вы досмотрели это видео до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, буду рада каждому из вас. Ну и до скорых встреч. Всем пока-пока.